только что вернулась домой, и пока мужа нету, и я ему не начала делать ужин, ну и себе, я вам быстренько покажу, что я купила. В общем, Amway я не покупаю, потому что мне его распространяет мама. Если вы не знали эту фирму, она очень-очень хорошая. Мы уже пользуемся ей годами. И, конечно, она изначально начала заниматься Amway, потому что мы думали, что мы заработаем офигенные бабки. Но ни у меня, ни у нее нет времени этим заниматься. Поэтому просто заказываем для себя. Вот, я взяла попробовать кофейные зерна. Поскольку у нас новый кофейный аппарат, я хотела попробовать, потому что я брала всегда кофе для кофейного аппарата, и кофе у них очень хорошее. Я взяла витамины, это рыбий жир и фолиевая кислота. Фолиевую кислоту я пью, потому что я беременна, и врач советовала. Рыбий жир я пью всегда. Кстати, обычно, когда лето, я не пью витамины, но поскольку я беременна, я считаю, что витамины нужны. И это карандаш для бровей. Как это сказать-то? Сменный блок для автоматического контурного карандаша для бровей. Вот, я этим карандашом пользуюсь уже тоже, я не знаю сколько. Лет 5 точно, поэтому я ему не изменяю, он очень хороший. Если вам интересно, то это Artistry. Вот, потом себе я купила вот такое вот бежевое платье, просто на лямках. Вот оно такое. И такое же, только черного цвета. Вот. Малышу я купила вот такие вот боди. Тут нарисовано, какие они, со слониками. Вот, была скидка 13 евро, очень дешево, и поэтому я решила взять. А сейчас я пойду готовить ужин мужу и себе. Я сейчас делаю ужин, и начался очень сильный дождь, и, ну, я не скажу, что мне прям очень неуютно. Ну, потому что тут рядом поля, никого нету. Ну ничего, скоро муж приедет. Вот, смотрите. Слышите, какой звук? Ну, началось настоящее латвийское лето. Блин, посмотрите, вам видно? Не, вам не видно. А если я выключу? Все равно вам не видно. Сейчас. На камеру никогда не выглядит так страшно. Да. Лето закончилось. Привет, мои хорошие. Сегодня пятница, 11:30 дня. Я только что встала. Я не знаю, что со мной. У меня был будильник на 9. Но, видимо, на меня напал какой-то сон. Я вообще не могла встать. Планы на сегодня — это, типа, потренироваться на террасе, делать видео по поводу второго триместра, сделать комнату малыша и отредактировать видео на завтра. Это, конечно, круто и классно, но я думаю, что я сделаю только... Тренироваться я точно не буду, а остальное все мне нужно сделать. Так что сейчас я пойду делать свою лимонную воду и кушать завтрак, собираться, и начну, наверное, с того, что я сниму видео. Да, так что я пошла.
Я тут разобрала все вещи, которые у меня есть, и чтобы совсем не смутить себя, что и как. Эта стопка 50 сантиметров, я сомневаюсь, что мне что-то понадобится оттуда. Это 56 сантиметров, это 62 сантиметра, там 68 сантиметров и от 6 до 9 месяцев. Сейчас я это буду все раскладывать в полки, просто чтобы был порядок, а потом уже, я думаю, что самые маленькие вещи 50, 56, 62 сантиметра я сложу туда, и побольше вещи я сложу в другой комод, а потом уже, когда распределю до конца, как я хочу комнату, я тогда все буду складывать уже красиво и аккуратно. Я почти, не почти, я закончила детскую комнату. Конечно, в этих в комоде и в шкафу бардак, потому что я просто сложила все. И тем более, какой смысл складывать все очень аккуратно, если мне все равно придется все мыть. Вот, но в принципе детская комната готова плюс-минус. Если я думала, что мне придется что-то покупать, у меня там были пару идей, то мне кажется, я ничего не буду покупать, чтобы комната выглядела красиво. Сделала список, что еще нужно. На самом деле, еще нужно очень много чего. Вот список. Это вот то, что у нас уже есть. А это список, что еще нужно. Сейчас приехал муж, и я теперь сделаю еще пару дел по дому, чтобы был порядок. Так что так вот. И мы еще поедем вечером, когда закончатся пробки, поедем в магазин. Нам надо купить, это сказать, я даже не знаю, не то что палатку, но нам, если очень жаркий день, в принципе, негде сидеть на улице слишком жарко. Вот, поэтому нам надо купить типа палатку. Мы там присмотрели, поедем купим. И я хочу еще убраться дома. Сегодня суббота, сейчас где-то 10:30 утра. Мы недавно встали. Я пью свою лимонную воду. Сегодня никаких особых планов нету. К нам приезжают друзья. Посидеть, пожарить мясо, отдохнуть. Сегодня вечером, поздно вечером, будет матч бокса. Но наш латышский боксер будет участвовать. Если вы следите за боксом, то вы, наверное, об этом знаете. Вот, но я не знаю, поскольку бой будет 12 часов ночи, я сомневаюсь, что я дотяну до него. А завтра нам надо ехать на день рождения одной маленькой девочки. Ну, посмотрим, как все получится, потому что нам ехать туда, ну, далеко достаточно. Поэтому пока мы не знаем, едем мы или нет, но я думаю, что 95% мы поедем. Так что такие планы на эти выходные, ничего особенного.
вчера купили такую палатку. Шатер садовый называется. Но я буду называть палатка. Вот. И сейчас муж будет ее строить. Должны приехать также пацаны и будут ему помогать. Наш друг приехал, они, как вы видели, поставили садовый тент, но сейчас они уехали за еще одним другом. Я пока приготовила овощи, фрукты для стола. Вот, это такое плата с овощами, это такой вкусный соус, соль, клубника, черешня, кетчуп. Это такие общие вещи, которые будем класть на стол, но они еще привезут. Вот мне друг, который приехал, подарил цветочки. Как хозяюшки дома. Очень мило, спасибо. И сейчас вам покажу, как выглядит палатка. Вот, смотрите, как прикольно. Мне очень нравится. Мы вчера ехали, покупали. Просто из-за того, что я беременна, ну и вообще, мне нельзя слишком долго находиться на солнце. И мы поняли, что когда гости приезжают, нам особо некуда сесть. Поэтому мы с мужем решили, что мы купим вот такой вот садовый тент. Привет! Парни где-то затерялись, их уже нет час, по-моему. Ну ладно, мы все знаем, что на самом деле парни больше копошатся, чем девушки, особенно когда девушек нет рядом. Поэтому я вынесла комп на улицу и делаю новое видео на завтрашний день. Чувствую себя просто прекрасно, работать на улице — это вообще кайф. Вот моя комп, водичка с сиропом. Тут уже муравей. И буду делать видео. Сейчас 9:30 утра, я встала уже 8, потому что мне надо было убрать террасу со вчерашнего вечера, потому что сегодня приезжает хозяин дома, и он там хочет забрать кое-какие вещи, но надо дом оставить в чистоте, чтобы не было такого, что он приехал, а дома бардак. И сейчас я покушала завтрак, и сейчас пойду собираться, и мы поедем на день рождения маленькой девочки, и потом нам надо еще заехать к бабушке,
поменять ей воду. И еще мы хотим отправиться чуть-чуть в шопинг. Так что сегодня опять красивая погода, лето радует. Так что пойду сейчас собираться. Я собралась, села в машину, жду мужа. И мы сейчас поедем на день рождения дочки Дианы. И, конечно же, сейчас заедем, купим подарок ей, потому что мы, как всегда, все делаем в последний момент. Вечер. Мы приехали после дня рождения, и я вырубилась на 3 часа. И сейчас мы заказали суши и смотрим наш новый любимый сериал. Вот. Сотня и сушики.